Привет, с вами Тапчик, с вами я, Ксюша. И сегодня у меня, как сказать, ну не влог, я решила снять мини-видео. Я сейчас просто хочу выйти погулять на улицу. Вот, сейчас я оденусь и вернусь к вам. А сегодня я хочу одеться как-то примерно вот так, потому что на улице у нас сегодня жарко, но сверху, наверное, кофточку напину, на всякий случай. Так, ну вроде я расчесалась. Сейчас я дома, мне стало, ну, одна дома, мне стало скучно. Я сейчас собираюсь на улицу, и я сейчас снимаю всякие видео, и я думаю, вы их уже видели. Сейчас я, получается, сумку одену, соберусь и выйду. Блин, ребята, не могу свои ключи найти. Если без ключей пойду, то я... Я нашла ключи. Как? Ладно, сейчас я тогда выйду. Так, выходим. Сейчас надо закрыть квартиру. Закрываем. Так, закрыла. Теперь идем. Так, я сейчас накину сумку. Так, вот, я уже в лифте. На первый этаж. Так, сейчас я оденусь. Все, я одену сумку и выхожу. Как видите, я уже на улице, и здесь вообще солнце очень светит. Сейчас, минуту. Вообще, ребята, у меня какие-то сейчас волосы распущенные, а мне это не очень нравится, и я поэтому иду домой за резинкой. Я снова в лифте. Вот, я уже приехала. Заходим домой. Я уже дома. Так, сейчас мне надо найти резинку и сделать себе хвостик. Ребята, я уже весь дома пошла, я так не нашла эту резинку. Вот видите, какие у меня волосы, они распущены, мне это какие-то немножко, ну это вы сейчас сами видите, и я хочу найти резинку, я не могу найти ее. И что же вы думаете, я нашла резинку, сейчас соберу себе хвостик. Так, все, я собрала себе хвостик. Так, сейчас я одену кроссовки и пойду гулять. Знаете, ребят, появляется такой страх, когда ты из дома, типа, ну не страх, вот, ты такой выходишь из дома, получается, все, ты за пределами, ты, ну, именно когда ты в магазин там что-то идешь, все, типа, у тебя начинается как-то не очень спокойно, так, такой домой приходишь, все нормально вообще. Так, закрываем квартиру. Так, все, закрыла. Пойдемте в лифт. Так, скоро он приедет. Вон эти точки стоят. Вообще не видно. Я уже в лифте. Вот я. Я вышла на улицу. Сейчас еще надо своих подруг найти, потому что никто из них не гуляет. Ну, я сейчас смотрела в окно, они вроде как гуляют, но сейчас на площадке вот никого нету совершенно. Так. Вроде нету. Сейчас я, наверное, пойду на желтую качелю, может, они там гуляют. Вон, я нашла своих подруг, они сейчас идут прямо напротив меня. Вон, похвать. Всем привет. Это моя подруга. Вот, сейчас познакомлю с ней. Привет. Я, наверное, сейчас покачусь на качелях, потому что мне стало скучно. Так, пойдемте на качели. А, Квася, я качаюсь на качелях. Покачаюсь и вернусь к вам. Я покачалась на качелях. Теперь я буду висеть на вот этих турниках. Ой. Вот, да, так, я не знаю, даже что поделать. Кстати, вот здесь вот мы прошлый час снимали с Дашей и Катей. Даже не знаю, что поделать, потому что настолько мне скучно. Я, наверное, возможно, это не точно. У меня завтра будет влог. Это раз, два. Я, наверное, буду гулять до вечера, но это все не точно. Сейчас я буду выступать на... В принципе, это все, что я имею на кольцах. Я на самом высоте. На самом высоте. Вон мои подруги. Вот. Я на самом высоте. Сейчас начну плакать с телефоном. Тут не грохнулось. Мне кажется, на камеру удобнее снимать, чем на телефоне. Но у меня с собой мой телефон, поэтому я снимаю только на него. В общем, мы сейчас с моей подругой Настей будем играть в догонялки. Я приду к Галину с Уфа.
Суефа. Переносишь. Суефа. Суефа. Опа! Ты, Галя, посчитай до трех. Опа! Что играет? Догонял, выйдемся. Привет! О, место. Сейчас. Мы наигрались. Мы же долго так примерно играем. Что будем делать? Так. Давай на качелях пойдем. На путях. Покатимся на качелях. Кстати, если что, мой... Нет. Если что, мой канал называется Топчик ТВ. Подписывайся на него. Вот так я пираю, пиарю своим подругам. Заново. Мне почти... Не знаю уже. Я, короче, снимаю в ТикТок. Я такая... Наверное, как и в Лаке, будет много подписчиков. И на самом деле у меня 20 подписчиков в Лаке. В ТикТоке. Да? В ТикТоке. А, я уже ТикТок удалила, потому что мне надоело в нем сниматься, но я есть в Инстаграме. Mm-hmm. А, если что, мой профиль называется Ксения. Ксения, просто наберите. Ебой. Так. Настя, давай на... Да. Карусель. Или давай с той горки паровозиком сразу. Погнали. Пусть нам сказать с Настей. Давай. Давай, ты первая. Давай, ты первая, я вторая, давай. Мокро? Нет. Ага, сейчас, значит, можно ехать. Уй! Так. Настя, давай сейчас на другую какую-нибудь горку пойдем. Давай вот на вот эту. На вот эту, давай на вот эту. Так, давай паровозиком. Паровозиком. Давай, поехали. Классно. Короче, мы идем. Взрослые дети. Мне, которые 8 лет. Тебе сколько лет? 9. Ну вот. Она мне на 1 год старше. Мы, как маленькие дети, идем на вот эти качельки. Как маленькие дети. И, чтобы вы понимали, мне 8 и 9. Ой, нет. Так... Мне не надо. Теперь мы идем на карусель. Давай, садись. Раз. Держи. Держи крепче телефон. В смысле? Ребят. Мой телефон. Ты посмотри, что... Я сейчас чуть... Настя, ты что творишь? Ребята, карусель вся. Ой, я с телефона ронила. Ой, меня уже тошнит, Настя, останавливай. Ой, хоть. Так, давай теперь. Вот на маленькой, этой? Ну, давай на маленькой. Давай, садись. Мы как маленькие дети. Сиди, сиди, я подожду. А? Маленький. Все, ребят, сейчас кофту сниму. Кошку. От его вида все кипит. Кто будет вести поцеловать? Что? Так. Я бока полыса. Он скрывается лицо. Я не причем плыва. Так. Куда сейчас пойдем? Куда пойдем? Пойдем за мной. Сейчас еще на одну кучельку покатаемся. Нет, не надо. Пошли. Нет, я не хочу. Давай тебя тогда на спине покатаю. Не надо! Помогите! Меня куда-то несут. Отпусти, пожалуйста. А, ну тогда пошли сначала. Давай вот сюда вот. Усаживаемся. До свидания.
Если меньшего роста, то ты знаешь, что меня можно толкать, таскать, как маленького ребенка. Я уже взрослая девочка. Что? 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 Лучше в Майнкрафте строить самой или постройки разные, там, например, создавать? Строй самой. Эмака. Там ты сколько построишь? Да? В одной игре. А кто сегодня будет гулять? Давайте поднимите руку. Ну, я буду гулять здесь именно из-за того, то, что я хочу папу встретить. Так, сработаем. А у нас свет отключили. У вас свет отключили? У меня тоже, да, отключали. У меня электричество работает, свет работает. Типа, у меня все отключил вообще. И кондиционер, и телевизор, вообще все, что можно. Я телефон не могу зарядить. Ребят, го за паркур довольны. Давай. Да. Окей, кто Галя? Ты придумал? Я придумал кто-то. Придумайте за меня, кто тебе не было Галя. Нет. Не надо. Нет. Давай. Ладно, я Галя. Я считаю, это все не могу достигнуть. Катерить, задаратывать. Ну, поезжать нельзя. Может, за Катю больше не пускать? Ты уверена? Все, иди со мной, Галя. Ты специально меня дразнишь, чтобы я гналась только за тобой. Я знаю эту фишку. 0-0.0. Лен, ты все равно Галя здесь обошла. Вообще, может быть, Гали. Вот, сейчас что-нибудь будем делать. Мы раскручиваемся. И моя подруга тоже снимает вот там. Вон она снимает тоже на свой канал. И ее бокал полный ксал. Она скрывает. Слепуху? Да. Окей, кто предложил, тут и Гали. А придумал ты, народ? Я, в принципе, окей. Я Галя, все. Как всегда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, короче, 20. Я немножко подгнула, потому что я с камерой. И то, что... На пол нельзя. Я знаю. Да я из-за вас. Нет. Да. Я немного, когда ты тут только что все видела. Кто Галя? Настя. Я немножко подгадываю именно из-за того, то, что у меня... Так. Перебегала. Ага, ты думаешь... Я перебегала, когда... Ксюша, я перебегала, когда еще Настя считала. И да. Что? И то. Ну, хорошо, исключение. Вообще на пол нельзя. Вообще. Можно, когда Галя еще не считает, и когда он считает. Так ладно. Хорошо. Ксюша, Галя. Я сейчас спокойно буду стоять. Ох, я сейчас сильно... Еба. Я видела, ты открыл глаза. И что, ладно. Я немного подгадала, потому что Елена. Я знаю, что это есть. Я не играю вообще. У нас никто не играет, кроме меня. Ваш Лена га. Ее бокал. Блин, сейчас минута. Лена тоже не играет, потому что реально... Не, ну просто Катя не играет, Настя не играет. Ох, я в трубе посижу.
искусств. Мне 10%, блин. Вообще, ребят, всем пока. С вами была я, Ксюша, Лена, Катя, где там Настя. В общем, всем пока, всем так, что вы. У меня подписано 10%, поэтому я посвящаюсь. Я думаю, это самое короткое видео. Вот, короче, я, возможно, завтра сниму влог. И вот, собственно, всем, в общем, пока. С вами была я, Ксюша. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.